Павел, здравствуйте. Вот долго уже иду по городу и только сейчас догадался начать снимать. Прошел очень много красивых мест. Ну, может быть, завтра еще вам поснимаю. А это вот самая наша такая центральная улица, которая, пожалуй, больше всего напоминает, наверное, питерские уголочки или улицы некоторые. Я вчера снимал видео тоже и говорил, что Иркутск вот после моей поездки с вами стал восприниматься мною как-то иначе, конечно. Я и раньше где-то когда-то был, но вот тут у меня была возможность все города как-то так едино увидеть, систему определенную такую понять. И сейчас я вот хожу, гляжу на город новыми глазами совершенно. Уже 2 года смотрю новыми глазами. Вижу много хорошего. Вижу узнаваемого много хорошего, что я видел в нашей поездке с вами. Причем мы с вами так побывали в разных городах и в старинных. И уже в таких в столичных, да. И я в очередной раз убеждаюсь, что Иркутск вобрал в себя все. Вот правда. Чем он отличается, что я здесь постоянно вижу кусочки такие, фрагменты, отдельные уголки всех городов, в которых мы с вами побывали. Знаете, и мне так вот, наверное, когда-нибудь выберу время все-таки и более детально, скажем, поговорю. Где-то есть узнаваемый Питер, где-то Москва. Вчера вот я ходил по уголкам, которые мне почему-то напомнили Ялту. Я даже не хочу сильно анализировать это. Я просто... Вот ощущение. Иду, и вроде бы вот как Кострома. Иду, и вот вроде бы как Ярославль. И так везде. При этом надо сказать, что вот в тех городах, в которых я был, я не видел такого сравнения с другими городами. Они, ну как бы сказать, более самостоятельны, что ли, в своем образе. Вот каждый из этих городов мне запомнился по-своему. И я, ходя по ним, как-то не видел там, ну, та же самая Кострома, например. Я там не видел, ну, никакого сравнения, например, с Москвой. Или еще, или с Суздалем. Вот не видел. А в Иркутске я вижу все. А, кстати говоря, кроме, пожалуй, Суздаля. Да, действительно, но это надо сильно захотеть, может быть, где-то там вот... На площади Кирова, там у нас на набережной есть такие моменты. Ну, очень фрагментарная. Вот Суздаль в этом отношении уникальный оказался город. Поэтому я вот хожу, смотрю, и вы знаете, больше-то всего, ну не больше всего, а часто и много думаю про вас и про ваш приезд. Вы хотели сюда приехать, совсем недавно хотели, и не получилась эта поездка, к сожалению. А вот, к большому сожалению, потому что я больше всего хотел, чтобы вы приехали к нам именно вот в эти дни, вот прямо вот вчера, сегодня, может быть, завтра, потому что послезавтра, может быть, это будет уже совсем другой город, другая погода. Вот еще сейчас листья остались, еще, может быть, завтра они полежат. И первый же такой ветер в ближайшие дни полностью уничтожит, в общем-то, вот эту всю прелесть иркутскую, какая здесь есть. Вот эта улочка, чем она не ялтинская, да? Помните?
Я бы не сказал, что это Арбат, и не сказал бы, что это Никольская. Но это тоже пешеходная улица в Иркутске. Наша. Она достаточно сейчас пустынная, потому что все переместилось в 130-й квартал, о котором я неоднократно уже рассказывал. Сейчас мы идем по другому месту. Но тоже ведь здорово. К сожалению или к счастью, наверное, можно сказать, что сохраняется еще пока, хотя тоже не полностью, и сносят у нас и каменные здания. Так вот, все-таки каменная архитектура еще, слава богу, еще вот как-то сохраняет какие-то вот облик старого Иркутска нашего. А деревяшки все спалили. Так вот, по поводу вашего приезда. Ну, вы говорите, что вы приедете, возможно, зимой. Вы знаете, а мне почему-то даже не очень как бы хочется, чтобы вы приезжали зимой. Знаете почему? Ну, вы же здесь будете первый раз, и поэтому мне не очень хочется, чтобы вы познакомились с Иркутском вот в другом образе, в зимнем. В зимнем он совсем другой, между прочим, он совсем другой. Вот сейчас такая вот уникальная возможность увидеть наш город. Вот я его часто ругаю, но сегодня вот буквально очарован. Вот эти дни буквально я им очарован. Посмотрите, вчерашнее видео, я там ходил по набережной. Очарован именно вот этой осенью. Стараюсь не смотреть, не обращать внимания вот на все изъяны, которые, к сожалению, мне как профессионалу видны. Так вот, ну, не хочу, да, вот тут у нас какое-то турецкое открыли. Новое турецкое какое-то мармарис, турецкий маркет. Все на свете, кофе быстро. И там, наверное, сидят и работают настоящие турки, я думаю. И, видимо, турчанки. Ага. Надо будет туда зайти. Ну, сегодня я в кофейню не буду заходить, кофе я сегодня пить не буду. Хотя частенько, когда возвращаюсь, вот так вот, захожу. Так это улица Урицкого. Ладно, продолжу свое антиприглашение. Антиприглашение, потому что действительно, вот мне так хотелось бы, чтобы вы увидели Иркутск именно вот в таком виде, в сегодняшнем, я имею в виду по погоде. Еще тепло, можно гулять, еще можно рисовать, еще можно нам с вами на пленэр выйти. Каждый день буквально, можно съездить на Байкал и там. А зима, все-таки зима, я не знаю, зима, гулять зимой в Иркутске, это, знаете ли, такое занятие не очень-то комфортное. Ну так, только между кафе передвигаться, между кафешками. Вот так вот мы любовались, видите? А как мне идти и не замечать, ну даже... Как мне вот этого не заметить? Вот смотрите, как изуродовали нам. Вот то, что мы смотрели, наблюдали с вами. Вот еще дорогу нет. Какие-то уроды взяли вот это, поставили прямо посредине улицы. Господи, ну как мне без этого быть? Как мне это все не видеть? Ладно. Не будем поворачивать голову направо, да? Вон написано, видите, не усложняй. Там наверху кальянный бар, там какая-то кафе, везде. И музыканты вот тоже у нас тут играют. Ну вот я гулял по многим нашим городам в это самое время, да, где мы с вами были. Ну, пожалуй, в Питере вот примерно такая обстановка.
Почему-то в Костроме я не видел. Да, кстати, вот видите, написано «Позная». Как вы думаете, что такое «Позная»? «Позная» – это там нас угощают позами. Причем относительно недорого здесь все. Поза – это национальное блюдо, наше иркутское национальное блюдо. Хотите посмотреть меню? Вот. Видно? Но я вам прочитаю. Чебурек 110, блины с начинкой 190. О, сказал, что недорого, а у них все-таки все подорожало сильно. Вареники 120, пельмени 165. Еще недавно 90 были. Практически в два раза. Практически в два раза. Вот. Ну а где? Вот бухлёр – это традиционная еда бурятская. Ну, в общем-то, хороший наваристый бульон мясной. А где позы-то, я и не вижу. А, вот позы. 65 рублей. Одна штучка. Я помню, недавно, не времена, лет 15 назад, они стоили по 12 рублей. Даже помню, по 8. Потом по 12, потом по 15. Теперь уже 65. Ну, где-то лет за 20 цена так вот возросла. Вот так вот. Не буду анализировать, буду просто говорить. Вот почему-то вот этот кусочек мне напомнил мои прогулки по центру где-то там, или в районе центра Екатеринбурга. Да, да. Вот почему-то. Екатеринбург мне как-то не запомнился особо старинным городом. А вот какая-то вот такая вот усредненность там присутствует. Так вот, Павел, конечно же, с удовольствием вас встречу и зимой. Только имейте в виду, что вот этого всего вы практически не увидите зимой. А зима длинная у нас. Правда, сейчас стало короче, конечно. Как-то сейчас она, кажется, побыстрее проходит. А может быть, это возраст такой, потому что сейчас такое впечатление, что вообще сейчас все быстрее проходит. И как-то даже зима прошлая прошла быстрее, чем обычно. Но все равно остается впечатление, что зима у нас в Иркутске, она такая, знаете, полгода. Тягомотная, длинная зима, сугробная. Действительно, в общем-то, холодная. Гулять можно, но вот так вот, с таким вот кайфом, комфортом не походишь. Вот. Поэтому на зиму надо придумывать какое-то занятие. Просто так приехать, чтобы зимний Иркутск посмотреть. Ну, не знаю. Приезжайте, разве что я могу что-то возражать. Я думаю, все вот эти кафе в невероятном количестве, расплодившиеся в городе, они будут открыты и зимой. Ну, а походить, посидеть, порисовать, погулять можно здесь только, наверное, вот крайне до ноября. Поэтому я вам и предлагаю. Зимой планы наши могут быть такими. Приезжайте буквально проездом, а потом мы с вами поедем в Китай. Вот это более интересное предложение. Вы побываете, и надо решить, на Новый год поедем в Китай, да? Или во Вьетнам, и там Новый год встретим. Или там не встречают Новый год, но не знаю. То есть, да, дня 3-4 побыть в Иркутске. Здесь больше делать навряд ли зимой, что можно. Просто посмотреть зимний Иркутск. Ну, впечатление, конечно, у вас не создастся такого, которое я бы хотел. Ну, что делать? А потом проехать на зимний Байкал – это другое дело. Вот это другое дело, зимний Байкал. Что-то здесь такое нам сделали во дворе. Вот видите, какие дворики? Я не помню, я в Москве таких двориков не видел. А вот почему-то Питер мне такими двориками запомнился, между прочим. Очень напоминает. Здорово. Согласитесь, да?
Вот это дворик в Иркутске. А это моя тележка, которую вы мне, Павел, так сказать, наказали обязательно с которой ходить. Ну, я с ней хожу. Вот так вот беру ее и за собой таскаю. Очень удобно. Но она, конечно, мне придает вид немножечко такой не то бичеватый, не то еще какой-то. Ну, такой старик с тележкой, увы, воспринимается народом действительно таким вот, знаете, полуинвалидом, скажем, да? Все-таки идти налегке гораздо лучше, не таскать за собой тележку. Ну, что делать? Я никак не могу свой арсенал уменьшить легче, чем 7-8 килограмм. А целый день носить на себе 7-8 килограмм, это, да, сложно. Так вот, планах, о наших планах, об осеннем и зимнем Иркутске. Ну вот, смотрите, весной тоже Иркутск достаточно грязный, еще ничего не расцветает. Вот все расцветает вот к сегодняшнему дню. Ну вот сейчас уже начинает этот расцвет, расцветающие клумбы все-таки угасать. Я хожу, наслаждаюсь последние дни. И как будто мысленно вот вас прогуливаю по городу. Ну, не знаю, если еще завтра смогу, послезавтра смогу. Я даже не думаю, что еще будет дня 3-4-5. Вот. На это удовольствие нам отведено. Я думаю, еще мысль у меня есть съездить в Оршан. Мы бы тоже с вами съездили в Оршан, да? На пару дней, подумаю, но это в начале той недели. Это я с вами делюсь моими планами, потому что в среду на той неделе у меня еще один мастер-класс. Ну что, махнуть что ли мне на воскресенье, понедельник, вторник в Оршан? Это езды здесь 4 часа, такой курорт есть. Вот. Ну ладно, жаль. Жаль, что вы не смогли приехать этой осенью. Что будет следующей осенью, я не загадываю уже. Вот. Что будет следующим летом, я не знаю. Но мне надо бы, пока еще ноги ходят, пока я еще могу, мне надо бы еще куда-то, наверное, съездить. Кстати говоря, про Тобольск услышал. Так много хорошего. Тут приехали знакомые музыканты из Тобольска. Они в восторге. Они в восторге от Тюмени. Они в восторге от... Что там еще? Какие города? Вот эти вот. Они сказали, что они очень современные. Ну, это же нефтяники. И нынче они, Иркутск якобы им и в подметке не годится по благоустройству. Но мои знакомые музыканты, они смотрят на город, увы, глазами таких, знаете, урбанистов. Им нравится, что там все... Супер-супер современно, Wi-Fi на каждой остановке, там остановки с подогревом, на каждой остановке стоит монитор и транспорт через каждые 3 минуты, и полиция на мотоциклах на каждом углу, и порядок идеальный, ночь там вся светится, люди гуляют, танцуют, веселятся. Вот такие вот... такая Тюмень и что-то еще. Господи, забыл, как второй город-то там знаменитый их называется. Вот, вот. Туда тоже бы не мешало съездить. Туда, не туда, а вот Тобольск хочу. Будет возможность, поеду в следующее лето порисовать в Тобольск. Я бы, конечно, ездил и зимой, но что зимой порисуешь? Поэтому и предлагаю, мечтаю. Давайте-ка на зиму махнем теплые края. Не знаю, получится, не получится, но вот такой хороший вариант продления пленэра, по крайней мере для меня. Пока я еще как бы хожу, вроде бы ожил и чувствую себя получше, давайте устроим вот такой вот
восточно-азиатский пленэр, если, конечно, не начнется Третья мировая война. Что-то все как-то очень-очень горячо в этом мире. Ну ладно, Павел, всего вам доброго, до свидания. Я, может быть, сейчас по ходу еще попишу немножко какие-то кадры. Но, правда, я самые лучшие места уже по центру прошел. Дальше пойдет там у нас центральный рынок. Вся эта рыночная ситуация. Ну вот. Ну, посмотрим, куда придем. До свидания. Там какая-то не то война бухает, не то салют запускают. Так живет Иркутск. Что-то я слишком очаровался в центре, и вот сейчас, зайдя чуть-чуть, немного на соседние уже улицы, не центральные, мы можем увидеть немного другой Иркутск, который мне особенно хвастаться-то и нечем. Это, как вы думали, что? А это тряпка, навешанная на фасад, который будет стоять теперь несколько десятилетий, потому что это памятник архитектуры. Был красивейший, он там поверху, можно это видеть. Но все, на этом кончилось. Не знаю, смогут они его отремонтировать. Кто они, тоже не знаю. Обращаться к городским властям, по-моему, бесполезно. Ладно, Павел, извините меня, что я внес такую нотку. Ну что делать, свернул с центральных гламурных улиц. Буквально... один квартал, и уже другой Иркутск, которым особенно мне хвастаться не могу. Но по пути домой все-таки кое-что пофотографирую и поговорю. А поговорю я вот о чем. Вы знаете, я решил, что вот эту... Коль вы не можете приехать, как мы с вами предполагали, то я вот эти дни... последние красивые, хорошие, свои прогулки по городу Иркутску, особенно вечерние и позитивные, я назову прогулки по Иркутску с моим московским другом. Хорошо? С вами. Буду гулять с вами, буду вам рассказывать лично и персонально. Коль вы не смогли, то будете виртуально гулять со мной по Иркутску последние дни. Вот так я хорошо придумал. Вот сегодня была, можно сказать, первая прогулка с моим московским другом Павлом Петровичем. Про фамилию не будем говорить, ладно? Моим добрым другом и знакомым, с которым мы проехали пол России. Не с которым, а который меня провез, Павел. Вы оставили мне... такие воспоминания на всю оставшуюся жизнь, сделав мне такую поездку. Спасибо вам огромное. Я, как могу, попытаюсь вам вот хотя бы виртуально чем-то возблагодарить вас. Ну, а сейчас мы уже ушли из центра города, как я уже сказал, и по ходу там я кое-что просто пофотографирую. А завтра мы с вами погуляем по другим местам и найдем что-нибудь в Иркутске такое красивое, что меня и самого бы порадовало. Я этого очень хочу. Ну ладно, вперед по вечернему Иркутску, теперь уже как бы не совсем по центру, но около. Вот моя деревня, вот мой дом родной.
кажется, не успею я погулять, Павел, с вами нормально, завтра-послезавтра. Вот буквально пока возвращался, сейчас иду, и задул ветер. Задул сильный ветер, понесло листья. И я думаю, что за ночь их может просто-напросто сдуть. Вполне возможно, что завтра мы проснемся в другом городе. Уже не в золотом. То, чего я и боялся, видите? Буквально, как поменялась погода. Я предрекаю, что завтра уже город будет другим. Все. Ну, мы еще погуляем, конечно, но уже не в этой золотой красоте. Даже не слышал, что вообще. Все, сегодня погуляли, да? Наверное, надо все заканчивать. Тринадцатая пятница. Пора убегать или наоборот заснять весь этот кавардак. Ну что, назовем этот сюжет конец осени, что ли? Или это самое, что ни на есть разгар осени? Все, все, вот как я и боялся. Листья за ночь сдует. Вспоминается мое юношеское стихотворение про эту вот ситуацию как раз. Вот как раз про эту. Правда, на утро будет такая ситуация. Деревья больше не летают. Последний раз, взмахнув ветвями, взметнулись жаром огневым. И за ночь превратятся в дым. А это что такое? Я пошел спасать. Я пошел спасать этого человечка. Он лежит буквально, черт побери, под ногами. Что же вы бросили-то? Буквально. Вот и даже наша доблестная полиция на него не обратила внимания. Вы видели, он несчастный лежал. А кто это? Ну и что теперь мне с ним делать? Ну придется нести домой, отмывать. Он лежал по дороге, и на него наезжали машины. Ёлки-палки. Ну что же за люди-то такие? Ну что, пошли к нам жить. У нас большая дружная семья. Тебя нам только еще и не хватало. Спас тебя буквально из-под колес автомобилей. Все, пошли домой, найденыш. Прощайся. Пошли домой.